Да, всем привет, канал Мух ТВ. Подъезжаем к ДМВ. Да, мы подъезжаем к ДМВ, вот это вот маленькое. А ты на что? Пока вы думаете, три машины, сейчас здесь машины, две. Я, короче, иду сюда, там надо смотреть, там нарезали номерочку. Now serving 407 at station 2. Здесь есть разные разделения, это еще не разделение. Отделение? Ну, не отделение, приезжать, там, допустим, нужно сдать такое вождение. Приезжать нужно, поменять право. Тут еще по каким-то задачам. Я здесь ID-карт получала. Да, ID-карт тут получается здесь. ID-карт, она не дает права на вождение машины. Какой у тебя номер? 30. А сейчас какой пошел? 27. Значит, еще подождать надо двух человечек. Now serving 407 at station 2. Честно говоря, сегодня народу не так много. Как обычно. Потому что мы с утра приехали. Что часа 2-3 приходится ждать. Потому что большой поток народа. 2-3. Перед нами 3 человека было. Now serving 407 at station 2. Сегодня у нас хорошая погодка, солнышко. Перед этим дождик был. Вот как это выглядит, DMV. Тут разные офисы. Вот первая половина это DMV. Drive licensing. Сервис для Дуглас Каунти, для нашего района, короче, нашего каунти. Всю информацию поснимала. Адрес написан.
проехался. 9:14. Часы работы. Что они отправили письмо в Линкольн. И только после того, как Линкольн одобрят, они мне дадут водительские права. Что, ты будешь ездить со старыми? Да. Они тебе бумажку выдали, что твои документы в процессе? Ну то вот нужно будет вернуть, когда я получу письмо. А ты не сказал, как тебе ездить, не спросил? В случае, если меня будут останавливать, я буду показывать эту фигню. Ну да. Что мне еще делать? А они тебе об этом не сказали в окошке? Не. Можешь ты ездить или нет? А куда я? Что я могу? Такси заказать? На работу. Ну что, попытался я продлить свои driver's license. Водительские права. Да, водительские права. Чел, который там принимал меня, он... сказал, что он отправил запрос в Линкольн, и я должен примерно через 7 дней получить письмо. С типа того, что одобрили мне из Линкольна или не одобрили. Это... могут еще не одобрить? Я не знаю. И только потом я должен прийти сюда. А у нас были уже такие ситуации, когда ребята пытались получить водительские права, и их как бы отправляли в Линкольн. Но тогда у них не было разрешения на работу. Но всем же дали? Да, в принципе, всем дали. В принципе, волноваться-то, я думаю, что нечего. Просто я не понимаю. Я тоже, когда он отправлял письмо, не было разрешения на работу. Нет, сейчас-то у меня есть разрешение на работу. Ждем, через 7 дней я получил от них бумажку, буду показывать, если конечно меня остановят. Надеюсь, что меня не будут останавливать.